Значит, вот немножко о работе транзистора. Если вдруг кто забыл, напоминаю, что вот у нас транзистор, такая вот деталь, обозначается вот так вот, тут обозначена стрелочка, и многие считают, я до сегодняшнего времени считал, что ток в транзисторе идет вот так вот, ну, для NPN транзистора. Вот от коллектора к эмиттеру. То есть тут у нас плюс, тут у нас минус. Пока я не встретил сообщений на форуме о том, что оно может идти в обе стороны. Ну вот сейчас мы это и проверим. Значит, вот схема будет примерно такая. Значит, вот этот источник питания, он открывает транзистор. Здесь нагрузка. Вот. А следующий шаг, это мы поменяем напряжение питания. Начнем с мультиметра. Вот транзистор КТ-819Г. Черный эмиттер, красный коллектор, желтый база. Ставим на эмиттер прозвонку, режим прозвонки. На коллектор плюс, на эмиттер минус, и открываем транзистор. Вот, транзистор открылся, то мы сейчас прозваниваем его в прямом направлении. Сейчас мы поменяем полярность. И вот смотрите, опять прозванивается. Что я могу сказать? Подтверждается сообщение, что транзистор, открытый транзистор, прозванивается в обе стороны. Ну, давайте проверим на лампочке. Вот, собираем все по схеме. Значит, белый у нас плюс, синий минус. Так, ну вот эти вот будем провода замыкать. Сейчас прямое включение. Так, что-то пошло не так.
наверное, здесь нет контакта. Вот. Транзистор открывается. Лампочка горит. Что теперь, смотрите, мы меняем местами выводы питания. Вот, то есть сейчас на лампочку идет минус. По идее, оно в таком направлении работать вообще не должно. На лампочку идет минус, плюс идет на эмиттер. Вот, вот и все работает. Так что вот так, дорогие товарищи, век живи, век учись.